солнце все теплее и ярче, звуки лета все ближе и громче. Музыкальный марафон в поддержку одноименного фестиваля продолжается. В последнее воскресенье отыграли, спели и отплясали «Калужские меломори», «Fancy Life» и «Scarlett Hall». А открыл концерт коллектив с поистине звездным названием. Так что в космическом калужском апреле ребята пришлись как нельзя кстати. Из Тулы в гости пожаловал Альтаир. Посмотри на свет, он прекрасен, послана звезда, да я для тебя. Посмотри на свет, кто пытался взлететь, но упал от ошога парня. Название давно появилось, это было принято решение по названию одной из самых красивых звезд созвездия. В звездной команде соответствующий вокалист. Потрясающая форма, бесконечные возможности акробатики и явный результат ухода за волосами – далеко не все достоинства Рамазана. Он еще и вот как умеет. Он не просит, жжет и рушит, в ночь уносит наши души. Всадник отслужит на горе черную мессу по тебе. И гитарист, он же основатель группы, заметим, поет тоже весьма недурно. Бессмертной жизни вечное блаженство, но ты решила не приступать черты, и в памяти людей ты обрела бессмертие. Кстати, это дебют Альтаира на калужской сцене, хотя в Туле они сияют уже 8 лет. Так вот и начиналось это. Жутко. Собирались. Это на самом деле второй уже состав Альтаира. Первый был еще, когда я учился в школе, это много-много лет назад. Вот. После армии решил его вродить. 1997 год, первый состав Альтаира, в 2004 году он сменился. Появился, ну, как бы, в группе с 2008 года, и, собственно, у группы стиль изменился из мелоди к металу, он стал в хэви, полностью перешел. Вот. Побеседовав с музыкантами о жизни, мы выяснили, как же обстоят дела у них на родине. Ну, единственное, в Туле бы, я бы не сказал, может быть, народ зажрался, ну, особо народ там хэви не очень, как бы, величает, либо приелся, у них более там... брутальным таким стилем, вот, когда на экстремальном вокале. А вот мы сюда приехали, что для нас очень сильно было удивлено, то, что публика очень тепло достаточно нас приняла, это придало нам силы. А они, в свою очередь, поделились впечатлениями. Звуки лета – это море позитива, море качественной музыки, хороших людей можно найти, новых друзей, единомышленников. В общем, не просто тупо сидеть дома у телевизора или депрессить. При помощи тяжелой музыки можно, как бы сказать, почерпать из нее силы духовные, чтобы встать и сказать: да я вам всем еще задам, как говорится, как говорил Валерий Александрович Кипелов, еще повоюем. А вот представители следующей группы, Scarlett Hall, раскрыли карты и признались, откуда же такая неиссякаемая энергия. Концерты, репетиции, поездки, снова концерты. А вообще черпаем энергию. Музы посещает, знаете. Да, в сердце. Приходит она так, посещает, говорит: пора. Собственно говоря. В своей победе в музыкальном марафоне Scarlett Hall уверены, звуки лета для них почти осязаемы. Ведь они играют свою особенную музыку. Наша музыка на все времена года и сезоны. Наверное, дело не то, чтобы в сезоне, да? Наверное, дело в душе, как человек воспринимает. Потому что если он захотел послушать песню веселую, заводную, летом, к примеру, да? Я надеюсь, что он в нашем творчестве найдет такую песню. Если вдруг осень, либо плохая весна, как у нас, к сожалению, сейчас есть, да, то, наверное, в нашем репертуаре мы надеемся, что можно найти такую песню. Ну и, собственно, вот она, музыка на все времена и сезоны. Ольга Носкова, Анастасия Бушуева, «Для легко».